Есть очень хорошие, добрые люди, которые хотят сделать добро нашей школе. И я бы хотел бы, Жилкибаева Асанали, идем сюда. Алмасынова Нурхата, идем сюда. Сказать, что с этого месяца вы будете получать небольшую зарплату в виде 30 тысяч тенге. Вот. Чтобы это было небольшой мотивацией для вас, хорошо? Почему я поставил этих ребят? Потому что, во-первых, они ответственно относятся к тренировочному процессу. Выкладываются, стараются, выполняют все то, что говорит там тренер. Теперь, ребят, ваша задача не останавливаться и продолжать. Но я сразу скажу, будет все по справедливости. И если я увижу, вы пропускаете тренировочный процесс без уважительных причин, опаздываете на тренировочный процесс, ведете неответственно себя к тренировочному процессу, то будет все по справедливости. Договорились? Все, зарплату я вам буду отправлять с 1 по 3 число каждого месяца вашим родителям. Поняли? Держите. Я знаю, что это не 100 тысяч тенге, не 200, не 300, не 500 тысяч, но это небольшое начало. Начало к вашему большому успеху. Так что, ребят, у вас все получится. Сегодня 30, завтра 100, послезавтра 200, через полгода миллион будете получать. Поняли? Самое главное, чтобы вы доказывали, не останавливались, поняли? Для меня, ребят, ответственность – это на первом месте. Ваше отношение к тренировочному процессу, к тренеру на первом месте. Не результат. Может быть, результативный парень, но не ответственный. С этим человеком я далеко не уйду. Пусть это будет средний парень, не талантливый, но ответственный и воспитанный. Я выберу этого парня, который ответственно и серьезно подходит к своему делу. Для меня это очень важно. Вы поняли?